Успел, что ли? Вилл подпнулся, не успел? Нет, я умелся. А, успел. А что не поставил? Она такая же, как моя почта. Классно, слушай. А что брал? Чем брал? Вдруг у этого сломается что-то. А что он раздавал? На всякий случай. А ты с собой его купил новое? А, да, что он купил. Ну что, мы едем? Самый первый прокручиваем. Через это все это нужно. Открытая камера. Так оставь. Не, он его взял с собой в машину, чтобы сказать, что да, он его ждет. Вейдер, ты слышал? Вейдер. Бог это. Так самое. Так самое. Шанатова. Мы Антона притащили. Упирался Антон, рогами, блин. Антон еще не разогрелся, а ты говоришь. Хотел вверх ехать. Второй! Второй! А я знаю, да. Привет. Вернее, это смешанный монастырь. Тебе там ловить нечего, Лёнь. Погоди, сначала хумус, потом монастырь? Нет. Сначала монастырь. Сначала высокое, а потом потребное. Водичку будем закупать здесь? На подъемчик, а чтобы не крутить. Котенок, короче, подожди. Это интересный монастырь. Пошея Мария Лентрая, да? Ух, красиво. Это же люди верующие, что я думал, как думал. Понятие. Кто пришел? В этом случае надо быть терпеть. Легко. Последний чужой. А теперь вот так. Без очков. У меня есть программа по DVD-ал, в больших форматах для больших систем. Я MP3 не пишу вообще. Шанатова. 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 Jérusalem est capitale depuis 3000 ans quand c'est devenu la ville du roi David. Et Иерусалим это столица, которая была городом Давида. Les voyageurs passaient ici, dans cette vallée, après passer par le col de Kiriat-Yarim, vous avez dû passer. Люди проезжали через это место, через Кирьят-Ярим. Где мы проезжали тоже? Да. Находили здесь три источника. Les hôtelleries. Они останавливались здесь, как мы, чтобы отдохнуть и иногда переночевать. Это было место перевалочным пунктом на этой дороге. Один из источников находится сейчас под этой церковью. Римский легион находился здесь в течение 100 лет. Они построили бассейн, источник, который мы увидим, который здесь находится. Они это построили, источник был, они обнаружили. Это все третий век. Мусульмане построили здесь на иврите хан. Крестоносцы покинули это место. 1187 году. И мусульмане завладели этой церковью. Они стерли все лица на фресках. Христианское присутствие снова здесь начнется только в 19 веке. Первые монахи приехали сюда в 1901 году. Сколько людей живет здесь? Кумбенда Мангеши. 9 монахов. И en face, il y a un monastère de sœurs, où il y a 12 sœurs. И напротив есть монастырь монашек, где живет 12 монашек. Дальше, молиться надо.
Non, vélo. Ça monte. Il y a ici cette pierre, этот камень, du 3e siècle, où il y a le nom de la 10e légion romaine, на котором написано имя 10-го римского легиона. Et il n'y a plus que deux églises de cette époque du 12e siècle ici en Israël. В Израиле есть только две церкви 12 века, это здесь и Святой Анны в Иерусалиме. Здесь три патриарха: Авраам, Исаак и Яков. Les enfants sur les genoux. Их не часто изображают в таком виде, у них маленькие дети на коленях сидят. C'est le symbole des justes qui le symbole de того, что праведные попадают в рай. Асара хумус. Да, пит и шмит. Пит и заказал. Хумус спит. Так. А что ты, водка? Валя, хорошая вино. Я баркан очень люблю. Он говорит, я люблю, знаешь, как это каргирил? Да, вот эти три гаргирил. Сейчас я термица в пост. Потом ехать будет стрёмно. Сзади будет потом все ехать, потому что я буду на тяге ехать. Культурная программа закончена. Осталось вкручивать до финиша. Мне он понравился даже. Приближаемся к Черному каньону с интересной пещерой. Да она большая и глубокая, просто вход очень узкий. Так поехали, а мы сильно остановок. Поехали, что вы? Хороший вопрос.
источника Найлон. Наверняка тут нет воды. Приедем сюда зимой. Только кабанусы не ешь? Не, я сожалею. На. Я кабанус, я не твою. Так вы что решили? Вряд ли оно использовалось. Ну ты что, оно как раз подогрелось до нужной кондиции. Что, не так? Пойдет в доверие. Я выйду, так где-то не заметно. Кабанус тоже домашний, как не сильно болит. Это нет. Кабанус тоже домашнее производство. Но в следующий раз защитим тебя.